Трансляция. Сейчас, подойди. Продолжаем наше дерьмо. Сейчас, погоди. Че-че? Это на мне? Это я, Сергей. Алло. Алло. Поехали. Возобновил. Ты опять это хочешь, хрень? Давай. Да какая разница? Ну, тут типа надо потеть. А там ты не потеешь? Нет, там отдыхаю. А я наоборот. Че, наоборот? Там потею, тут отдыхаю. Кайф. Так. Ну чё, надо танка брать. Небесный храм. Файтиться надо. Давай и так.
Гомик отбери. А нам хватит дамагу. Угу. Могу даже хила взять, если тут никто не найдется. Нет, ты возьми гномика, даже не щелкай. Да они просят Вариана, что делать. Не-не-не-не. Это они хорошо, что они забанили. Ты видишь, они переписывают? Угу. Ну, я сам рад, что забанили. Кассира жесткая, если она будет на ней нормальная. Ну, элементарно. Она не будет на ней нормально играть. У него, блядь. У него Кахира 8 уровня. Новая 50-го где-то. Новая Зератул. Пацан по скрытности угорел. Лемина ед отца. Интересно. Ну, в принципе, у тебя стан против ЕТЦ, я могу, да? Хила и взять. 8 секунд хил. Да зачем? 70. Не нужно, не нужно. Бери, бери. Не надо хила. Мы въедем так. Я плохого танка взял. Для хила. Ну, я бы... чтоб ты понимал, у меня только один хил в арсенале. Это Моралес. Mm. Я думаю, Моралес вывез бы Артаниса. Не, не вывез бы. А я испугался, шаман вышел из игры, смотрю, нифига, что за суки. С херани он вышел. В смысле вышел шаман? Но потом все изменилось, он зашел. Каким? Мы сколько играем, столько и следим за тем, как шаман играет. Развивается. Тайкус, будет больно тебе. Мне? Угу. Есть у тебя талант на уменьшение? У меня есть талант на несколько блоков. Он все равно процентом бьет. Жесть. Но нам жопа. Ну, сейчас посмотрим. Пока. Ну, для меня Тайкус. Для меня Тайкус вообще херня. Это, ну, шо, шо его нет, шо есть. Он одинаково. У меня немного хп. У меня на щитах все. Ты, кстати, когда за Артаниса играешь, если попадаешь в жопу вообще, в очко, понял? Угу. В очко дракона, то там лучше уже до конца биться. Там такое было, щит. И мы размотали всех. Там щит юзаешь, и потом у тебя щит из-за того, что перегрузку ты взял, щитов увеличенную, у тебя щит на там на пол хп чуть ли не становится. Там жестко было. Я уже просто в какой-то момент перестал понимать, что происходит. Я смотрю, мы вывозим, блядь. Артанис — это такой герой, которому нужно доверять, когда на нем играешь. Да, самому герою доверяешь. Потому что эта мразь вывезет, блядь. Вот эти, главное, прожимать, успевать эти, как их... Ага. W. Да-да-да. Ну, я W по КД. И не выделываться, а кидать Ешку, которая заменяет на того, кто в миле с тобой стоит, чтобы у тебя скорость атаки увеличилась, у тебя перегрузка вот еще что, быстрее. Я его... Ну, я все делал правильно, значит, интуитивно просто. Я стою в мили, сражаюсь, но я забыл про то, что у меня скорость атаки повышается. Но... У тебя из-за этого свапа... перегрузка щитов постоянно... Короче, реген идет, и у тебя постоянные щиты на тебе висят. Там ты настолько скорость атаки быстро, что ты, ну, если бы ты присмотрелся, как она бьет, очень быстро. Вот это и дает ему выживаемость. Они там какие-то дополнительные щиты увеличили.
Я Я наверх вниз пойду. пойду. Так, тут важное дело. Надо выпустить Джина. А где они? На миде. Они вообще играть не пошли, забыли. Сергей все гуляет, ну, блядь. Что они в ганг-игру решили сыграть? Что тут происходит? Иди вниз, а я вверх пойду, потому что тут этот твой любимый персонаж, которого тебе пофиг. Давай. А у нас Лили не играет. Лили присоединяется. Там внизу. Внизу. Дайте вон тому пизды. Я тут просто постою, опыт поджимаю. Жестко, ты чуть не угодил. Это был план такой? Попасть за ворота? Так, тут мы уже что-то хрень начинаем делать, пора. Ой. Норм, все. Теперь. Все хорошо. У меня не было скорости атаки просто. О, вала через эти, через скиллы. Через Норм стрелу. тоже. Ну, раз ты сюда помогать, я пойду к Ахире помогать. Не то, чтобы прям помогать, я буду храм захватывать. Сейчас убьем. Так, что тут? Колдуны, блядь, волшебники всякие. Угу.
Этот пес. Тут схватка титанов, просто. Ладно, в пизду. Там выживаешь, нет? Алло? Не-не. Меня кинула Лили. Там, смотри, сзади чуть не прилетел шарик. Все хуйня летит сюда. Ослепление тут лучше брать, да? Или луч, как думаешь? Че по миличникам у них? Луч, луч бери. Тайкуса ты и тем отгонишь. Только лучом ты еще и эту колдунью сможешь достать. О! Хуя, куда они разбежались-то, блядь? Ой. Я что-то позабыл, что мы не снесли. Нихуя ты психованный. Давай потанчу, брат. Нас спалили. Нахер. Ой, блядь! Ну, лучше вовремя отказаться, чем нет. Так, у них ульты. Видел, как? У них ульты, аккуратно. Видел Анну, как размазала жестко. Просто мастерская сбитая ульта. Что? А ему не вариант, у него тут столько забивателей. Ну я успел прожать за долю секунды до того, как он врубил ульту. Там ульту эту сдавай еще вала стан в него. Потом на стриме посмотрим, кто ему ульту сбил. Ой, блядь, что-то тут много. А где у нас? Кого нет? Кахиры нет. Ну, я не знаю, а ты где? Иду. И что там, есть смысл воевать? Тут уже... Нету тут никакой войны, вот что я тебе скажу. На, все, что могу, делаю, блядь. Ну, блядь, такое. Норм, в четвером воевали там. Нормально. Так мы ничего не сделали, что нормально. Сдохли только. В смысле, мы почти убили. Он сорит там на краполях. На краполях. Блядь, он сейчас сдохнет тут. Уёбывай ты. Дурачки. Блядь, да их там пятеро, алло. Куда ты лезешь? На нихера не попадает это. Ну, вообще восьмой уровень. Что тут ожидать? Ты башню не хочешь Че я пешком хожу? Пошли башню разъебем. Ладно. Не башню. Вот эти падают, жесть.
Так, вот тут вот что-то происходит, Сань. Ой, Сань, Руслан. Ты бы уходил оттуда. Ты так не иди. А, ты уже пошел. Ну, я не знаю. Скорее всего, ты нас всех на верную гибель ведешь. Ёбаный в рот. Но если у тебя есть какая-то возможность... Да пошли отсюда, что ты делаешь? Я бы не ушел. Там пушка еще, уходите вы. А чё ж ты раньше не сказал? Просто уходи. Да я Лили увожу. Блять, это похороны. Тем ребятам ничем не помочь. Что-то у нас паровоз гейминг пошел. Наслили вообще ничего не хит. Ты снизу? Да я всем рекомендую быть снизу. Что там, мы сейчас опять ворвешься на пятерых. Они в пятером просто стоят, и все. Посмотри, их больше. Блядь, да уходи, не дерись. Я иду. Пошли, я тебя жду. Смотри, чтобы тебя не били. Что-то хуйня какая-то пошла. Мы вчетвером пятерым отсасываем. Но и мы стабильно вчетвером. Эта тварь где-то ходит. Не надо вражеский кемп захватывать. Ну что за негритянка ебучая? Приходи к нам. Куда? Вон мы наверху куда-то на кемп идем. А на кассиру. На кахи. Вот кахиры. А. Опять эта сука тут одна, блядь. Пошли на Кахиру, он совсем ни хера не понимает. Не, пушим. Так нам сейчас ее убьют и нам в спину зайдут. Вон Теперь они, а отходим. вон они, кого хотят. Танцую. Тоби пизда. Блять, они Я просто в специально пятером ходят. вам дал этого спейсу, чтобы вы Зато ушли. там Вала спушила им топ. О, класс. Вот это молодцы. Блять, что она делает? Господи Иисусе. Ну, ничем не помочь. Помянем. Вообще ничего не сделать. Если у человека 50 уровень на нове и больше... Ой, нас пришли принимать. И принялись сами, походу. Красиво. Ого, кто чё сегодня Только ты меня... прям там что-то за эти даешь, какие-то мувы. Да я ж на гномике, я уже не знаю, что я делаю, оно само играет.
Вот она внизу. Лол. Хорошо, мы их разобрали. А вот тут увеличивает дальность рывка нужно. Смотри дальность. Ого. Давайте босса прям... Хочу босса. Ничего не хочу, хочу босса. Я, в принципе, в соло могу его уже забирать. Мне это нравится. Пойдемте вот сюда. Ладно, все, я все продал. Все, что было. Сейчас запустят волну, скоро должен запустить. У него уже готово, он просто не помнит. Ой-ой-ой. Вот она. Как я четко вышел из его хуйни. Ее стан. Ой, блядь. Ну это пиздец, конечно. Я в ахуе. Тебя там спасли. Я в ахуе. Сейчас я чуть подхилюсь. Постою тут без урона. Чуть-чуть подхилюсь. Алло, без урона. Ебать, тут такая пачка идет этих великанов, блядь. Не, там Кахира неплохо отыгрывает, хоть она и говорит. Да, тут Артанис 8 раз нафидел. Слушай, я там фидел только в те моменты, когда вы, например, пока уходили, я уводил их в другой. Да, пару да, раз да. Так я умер. Да. Вы там уже ушли, они на мне там сидят еще минуту, где-то бьют. Посмотри, все места забрали, пиздец. Ну и все в итоге проиграли. А где все? Где Серега? Пиздец, он тут... Пацаны, сейчас зайду и ушел, блядь. Ушел просто, когда он там сказал, я зайду. Это неизвестно уже, не посмотреть. Короче, час уже прошел. Чё, хорошо размяли? Чего-чего? Хорошо, говорю, мы их размотали. Сейчас вообще классно. Мне тоже понравилось. Я готов. Как мы с тобой в пятницу поиграли. Блядь. Это великие игры были. Алло, Руслан. Я отошел. А. Блин, я вот... Чё-чё?
Это, я помню, как мы ждали по полчаса, по 10 минут, точнее, точно. Помнишь? Блять, да 2000, сука, мы не дождались. 2000 секунд. И в итоге, ой, бля, Ой. пошло. Пиздец. Или сколько там? 2000 это сколько? Это Это много. 33 минуты, блядь. Полчаса, блядь, посидели в лобби. В И коле. потом 10 поиграли, по-моему. Да мы потом новую еще искали тоже. Мы не нашли ту, что 2000 искали. Мы потом отменили ее и заново искали тоже что-то около 1000. Че это ты прислал? Это супер эти, что ли? Новые тарелки? Это ты, да? Это, блядь, разрыв шаблона, блядь. Оливье в кроссовках. Это охуенно. Знаешь, что радует? Что корона не у нас. Бать, какой мурчали, Руслан? О чем ты? Окстись. Храм Ханамура. Нахуя тебе мурчать, блядь? Сейчас увидишь, что... Ты разъебать их решил? У нас два люмин. А я тогда на ком? На Пиздец. танке... Я тогда на Артанисе. Давай посмотрим на пик, что у них там. Давай. У них На гном. если... Либо на гномике, либо можешь на блейзе попробовать. Но там, конечно, На нужно красиво все. блазере. Да он у меня шестого, блядь. Ты чё, я там насосу Ой, жестко. надо сначала тогда побегать. С ботами побегать. Ага. Так, что-то тут накаляется обстановка. Пиздец, блядь. Ваша команда поиграла. Ой, Джоанна берет, смотри, норм. Бери кого-нибудь, тогда убийцу. Что-то я не доверяю этой Джоанне. Бери этого не нового, а ту, которая Он с легендарной. что-то... Они что-то тут сильно обиделись, блядь. Это пизда, мы походу въебали. Я сейчас хила возьму. Я сейчас подниму боевой дух команде. Лили, ДХ, Кельтас, очень больно для них. Тринг. Что значит тринг? Что он имеет в виду, блядь? Хуй знает. Я туловище. Хобот. Я ствол. Не знаю, как это перевести. А, думаю. Лол. Надо как-то пацанов это поднять боевой дух обратно, то Лил Китти что-то обиделся, пиздец. Блять, у него опоссум или енот на аватарке. Смотри, у Лил Китти аватарка заебись. У него, кстати, любимый герой, угадай какой. Алло, Руслан, ты на линии? Мурчаль, Мурчаль. Мурчель. Не спрашиваю. Ну, на Джане умеет играть, чё. Так, а этот на трассер умеет играть? Ебать, почему он король партии? У него, сука, нету героя выше шестого уровня. Два танка у них. И седа гриф. Слушай, раньше как-то давали самому прокачанному игроку в партии. Ну, и сейчас дают. Посмотри на Алексона, у него 140 уровень, у него максимальный уровень персонажа 6. У него первое серебро лига.
по лиге дают. А, кто выше по лиге. Понял. А мы еще просто не... Охуенно. Не прокачанные. У Джоханны там пиздец, у него половина героев золотые. Третье серебро. Я буду редко говорить в этой игре, потому что тут очень сложные против меня герои. Слава богу, Кельтас набрал. Я тебя понял. Слава богу. Пот. Пот идет уже. Уже чувствую пот. А кто еще тебя разъебывает? Кельтас, Лили из-за того, что она кидает мне миссы. Угу. Седогриф может. А Дехака и ТЦ, ну, отсасывать будет. Дехака еще может так. Ну, Дехака хорошо сауешки ебашит. Седогриф не такой страшный, конечно. Больше Кельта страшен, он меня убивает за один. А Лили страшный тем, что он не будет мне давать вот так вот тупо бежать и убивать. Ну да, Лили самое очко. То, что у меня каждая третья автоатака, нанесенная по герою, на... с Лисы использует, а тут она вряд ли. И не спушишь ведь. То можно было бы поменять стратегию и взять на пуш. А тут, сука, про драки. Не, я этот стратегию не поменяю, потому что я все равно этой стратегией очень хорошо пушу. Ну, то есть, я если захочу в пуш пойти, я просто буду очень так, быстро слить. А кого я лечить-то вообще? Где наш... А, вот Джан. Там все у вас? Да, я тут то траллю. Хиль. Ёбаный в рот. Да она, ё, хуй попадешь в нее, сука, хилом, пиздец. Ой, ёбаный в рот. Это жесть. Блять, это реально потная, блядь. Как неудивительно, эту хуйню больше всего приходится хилить. Дехака почти умер. Я пушить буду. Или помочь? Нет, все нормально. Помогать не надо. Мы тут справляемся пока. Я тут хилю как могу просто. А вот на ивент идти надо. Ивент, боюсь, мы без тебя не... Ну, мы сейчас к тебе толкаем. Возможно, мы даже успеем до тебя дойти, пока они придут.
Ой-ой-ой, меня отсекли. Сука. Ёбаный Вервольф. Мразь. Мразь просто, блядь. Блядь, Рагнарос нашел, блядь, куда залезть-то. Сука, нахуй ты туда полез, блядь. Вот сюда нужно идти вниз. Иди вниз сразу. Вот где Джоанна. Я на топе пойду пушить. Я не догоню просто уже. Смысла нет мне туда бежать. Я быстрее получу тут опыт. Пиздец, тут пес, конечно. Да чё ж вы так дохуя получаете, поебалу? Да. Чё, как у тебя там успехи? Тебе кель пошел, я вижу, да? Но тут я им хорошо подосрал. Так, сзади. Ой, хорошо. Это же настоящая Я чушь. умер. Да, сложный у них пик. Десятый у них. Да надо опыт брать. Нам опыт нужен. Они сейчас выиграют, блин, из-за того, что они лучше играют, чем все наши остальные. Главное дожить до определенного уровня. До 16-го. Ты чё, блядь? Сука, я отвлекаюсь на эту Алексон. Не могу нормально захилить тех, кого надо захилить.
Они опять этого захватили, сука. Живи, живи, пожалуйста. Блять, нам этот Алекс, он очень мешает. Потому что вот сейчас Рагнарос, он думал, что там есть наши, а там просто хуйню лютую делают. Кто-кто? Ну, трейсер. Ой. Ой, меня убивают. Меня хотят. Сука, как выключить эту хуйню? И они просто впятером ходят и разъебывают нас по КД. Возьмите хотя бы 13-й, ё-моё. У них низ, да, горит хорошо, прям я смотрю. Я не знаю, у меня низ горит. Насчет них не вижу ничего. Не знаю, у них Они ничего не горит. Снизу, смотри, что. Пробито. Пиздец. Ханамури сбита Т1, блин, Т2. Ну, это такое. Я считаю, не очень полезное. Кто-то туда Рагнарос кидает по КД. Нам сейчас, у нас сейчас верх сгорит просто за секунду. Сука. У них 2 уровня разницы. Надо. А у нас? У нас сколько уровней разницы? 16 срочно нужно. Знаешь, даже ульту сдать не на кого. Steam дрон. Охуенно мы турель захватили, блин, пацаны, вообще, ребята. Ульта хорошо зашла. Угу. Заебись просто.
Убивать некому. Танковать. 16-й. 16-й нужен срочно. Тебе ж только что 13-й нужен был. Хотя бы, я сказал. Да я так уже. Они сейчас в кору пойдут, да? Что, им больше делать нечего. Остается только кора. Как же нас ебут? У нас супер бесполезный атрейсер. Вообще давно такой хуйни не припомню. Чтоб ну, настолько ненужный. О. Все. Че, все, вы началась выигрываем? Игра. Да. Я ж лили сейчас все равно. Иди волка тогда убей, пиздец, он меня заебал. Я тебе могу еще ульту скинуть. Сдать на тебя. Ну там кель, он тебя разъебет. Норм, норм, это нормально. Там трое было, а не, да, не видел. Кель. Чё она там так далеко делает? Танк, сейчас, блядь, сейчас. Ебаный. Охуенно. Нет, к сожалению, игра закончилась. На 16 уровне. Уже поздно было. Они уже просто идут с рук кору ломать. Потому что они за секунду нас по одному убивают. У нас никого нет, да? Кроме меня. У них контроля просто адское количество. У них только пес не контролит. И тот у него есть под контролем, он заслепляет. Ой, сосали жестко прям. Да у нас потому что, блин, хотя бы трейсер была норм, хоть более-менее, понимаешь, а не вот это вот погнал. Если бы он Рейнера взял, ну он, у него 8 уровень, максимальный персонаж. Какой более-менее, он еще взял сложного персонажа, не знаю, я вот на трейсер не могу играть, например. Не он, а не 6 уровень, он пошел воевать, пидор. Вторая золотая у меня. Пятая серебряная. Блять, да. А где Серега? Он за хлебом пошел, больше не видели пацана. Надо в полицию звонить. Блядь. У
Водяная штука, которую он показывал рядом с его домом. Прям вот вышел из... Ну, мы же были там. Да. Фоторобот у тебя есть? Сейчас прикрепим фоторобот, пусть, блядь, ищут, пиздец. Надо скрин Регара скинуть ему механически. Ой, блядь, пиздец, жестоко отсосали. Меня к такому жизнь не готовила. Дефиалтус, пробный режим 6 минут. Это нормально? Он типа в игре? Ну, посмотри. Тестирует, тестит. Тестировщик. А какая потасовка сейчас? А что такое? Где? А, вот она есть. А я думал, все, уже нету. А, хрень. Браксис. Рандомные герои на одной линии сражаются. Помнишь, была потасовка классная, где на Браксисе нужно было квест выполнять, там волны сдерживать. Помнишь ту потасовку? Да. Она сейчас, по-моему, в своей игре есть. Ого. Ну, типа, если мы найдем еще двух типов, то мы сможем поймать. Отключи свою игру. Сейчас вот включил. Бойня на Браксисе. Что-то... Что-то нету, а была, я точно помню. Затерянный грот. Что такое затерянный грот? А, вот, аванпост на Браксисе. Ща. Ты можешь в команды добавлять ботов, например. Вот в наш вообще забивать ботами. Угу. Вы доиграли? Да. Да я в игре. Чуть вы не поняли. Да мы уже обнаружили. Да? Да. Внезапно, когда я позвонил, вы обнаружили? Секунду назад. Мы вот приглашаем тебя. Ну, меня кто-то пригласил, это так. Вот Сан Фокс какой-то. Мы тут так жестко отсосали. Сергей, тебе бы понравилось. А что мне нажимать? Так, тебе нажать... Мы в какую? Мы в быструю или рейтинг? Если хром, я Андуина купил, если... О! Охуенно. Я правда не знаю, я бы первую на Лили сыграл. Давай на Лили. Сейчас, погодите. То есть, вот что там, надо подтверждать что-то? Я сейчас хочу закинуть. Да, герой, тебе выбери. Нужно нажать ОК. Руслан, а ты что, на урчале будешь? Тогда где-то минуту, сейчас я... Хорошо. Нет, я сейчас кушаю еще просто. А, понятно. Что, Толик? Понятно, говорю. Что понятно? Руслан кушает минуту. А, Руслан, что ты жрёшь? Дошик. Ебать, дошик? Где ты взял дошик? Нихуя себе. Взял дошик, я ебать, с пацанами не поделился. Ты чё охуел? Хотя бы отсыпал, блядь. Блядь, сейчас по почте дошек можно отправить. Сейчас на дошек можно отправить. Стёр бы, блядь, порошок, вложил бы в конверт. Главное написать, что не сибирская язва. Так, я не знаю, что может быть хуже. Чем сожрать дошек и не сказать пацанам. Ну хуже только в рот взять. Блядь, и то хуй знает. Не-не-не. А ты, если ты эксперт. Там все нормально. В рот нормально? Да мы тут уже целый день как бы уже поднаторели в этом деле, Сергей. Только. А кем Толик играет? Новый? О, Толик, у нас комбат. Сигнатурная! О! Охуенно! Блять, Руслан, ну не бери ты пса, иди нахуй! Можно этот план танка возьмёт, блядь? Возьми Артаниса, покажи свой класс.
Дачника не хватает, похороны нужны. Да, я помню, как он... не хватает, чтобы, блядь, взял Чогала? Нет, чтобы он... Ну, возьмем сигнатурную, я похороны возьму, потом на 10 уровне. Ой! Я не то взял! Там, короче, все герои были вот четко в похоронах. Там типа Лимин, понял? Кто еще был там? Я прыгаю типа внутрь. Я не помню, но я помню, что мы охуели просто. Ну мы выиграли в итоге, но дольше, чем... А что ты... А Сергей рандомного лекаря взял, да? Почему нет? Лили взял он. А у меня горит, как будто он рандомного персонажа. Да просто жопа горит уже. Жопа, она для того и создана, чтобы гореть. Жопы созданы, чтобы гореть. Это фильм такой. Как только заходит Сергей, начинаются долгие поиски игры. Интересно. Примерное время ожидания 31 секунда. Вот тебе дано 31 секунду, 31 секунду и жди. Толик, что за хуйню ты скинул, блядь? Салат. Серег, салат новогодний. Сет новогодний. Сет Васян. Че за хуйня? Как там было, блядь? Сет на двух человек. Репак от Васина. От Вавана. С нами дух Санька играет, пацаны. Это город. А что такое? О, Тираэль. Дух Саши играет. Дух Саши? Дух! Дух дачника, да. Теперь всегда, когда видишь Тираэля, то это незримо дачник присутствует. А почему мы в пати, а они не в пати? Они в пати. А тут не показывает больше почему-то. А, не показывает? Ну, типа, чтобы ты не этот, не... Не думал сразу, что вы въебали на старт. А у них андуин, блядь, надо было андуина брать, походу. Блядь, пиздец, надо было. Да он херовый, забей. Да? Обычно наоборот, когда выходит новый перс. Так новый дракон. Вот дракон сосет. Да нифига, ты там, ты просто... Закладывает, блядь. Ты не видел того дракона, который меня убивал. Который меня заглатывал целиком. Ля, Руслан, мне кажется, тут дело было не в драконе, а в тебе. При всем моем уважении. Да, только я слетал за 3 секунды от одного его. Минус 2 делал. 4 уровня была? Не-не. Один уровень была разница. Да. Азмодан на калькуляторе. Бать, у них там компы слабые. Вот Азмодан и Артанис по-любому в одной команде, они загружаются пиздец долго. Мы их повычислили по пингу, по времени отклика. Да. Тут даже не в пинге дело, а в том, что у них компьютеры говёные. Не может быть такого, что одного хорошего, а другого плохой. Ну почему? Вот у дачника, по-моему, не хороший. Или у него жесткий уже. Я помню, у него недавно был, прям он в КС не мог играть нормально. Ну, в КС он может играть, но комп у него... Не, он, по-моему, обновил, кстати. Но комп у него не доставил. Сильно лучше стал. Да он, по-моему, видеокарту доставил. У него сейчас процессора не хватает. Пацаны, как мы расходим? Да, мы расходимся. Это не важно как, главное, что мы это делаем. Иди с Вартанисом, Серег. Иди с любым танком. Чего ты доебался до меня? Я просто читаю, успокойся. Игру читает. Да нет, он персонажа моего читает, чтобы понять. Чтобы потом говорить, я тебя прочитал, блядь. А ты не думаешь, что мне лучше было с хилом пойти, чем с танком? Ой, с тобой пойти, чем с танком, нет? Да нет, я тут тихонько постою. Я не буду сильно даже раскастовываться, я так чисто... Нам просто поднять уровень побыстрее, а вы там, может, спушите что? Хорошо, пушим. Я посплечу, если что, Руслан. Вот тебя дракон бей. Ага, понял, я в мид пошел. Я просто хочу, чтобы крипы умирали, и они не успевали, короче, с них опыт получить. Понял. А пушить я им не буду. Это... Хорошо.
Так, чисто крепочков сливать. Отдохнул, там у меня пришли двое. Угу. Ты умер, что ли? Ну, там двое пришли, меня в стан взяли просто. Вот так как ты, я умер. Там у них комба, личи. Угу, угу. Да, вот я так и умер. Я просто не понял, почему у нас... А почему у нас Тироэль ушел? Потому что на топе я умер, чтобы опыт сплитить. Я понял, Толик, иди тогда вниз. Я а я был здесь. Внизу. А чё ты ушел оттуда? Иди, стой вниз до Эвента. А я ушел, я крепочков убил и убежал подраться, и опять прибежал. Вот понял, так я делал. Иду сюда. А больше я ничего не делаю, я вот один метод сдаю и все как бы. У меня еще квест. Тихо. Сейчас, Толян, все нормально. Хорошо. Ломаем пушку. Ебать, а вы там хорошо этого эти. Хорошо, ломаем. Этого я целую. Есть его вытащить? Я хилю. Слава богу, побьёшь, перегрузка щитов. Слава богу. Слава Господу Иисусу Христу! Уходи, Серег. Угу. Да? Блять, я ошибку совершил. Роковую, насколько я вижу. Ну да, нам надо я в центр иду, друзья. Там, кстати, его тоже. Там уже ивент, да? Да. Я ж про что говорю. Они уже захватили 30%. Пиздец. Толик. Пиздец. Ребят, надо заходить сюда. Ой, а чё я один? Ой, я не люблю так заходить. Я иду. Пизду, блядь. Я в ахуе. Я, блядь, прибежал. Я прибежал и охуел. Ребят, иду, ну давайте что-нибудь. А что делать-то? Что ты там... Зачем ты там нужен без Почему танков? Почему он, Толик? В смысле, зачем нужен? Да я все сдал, Серега, все в КД. Ты ж ворвался, я все сдал. Там Руслан ворвался. А я подсаппортил. Да было все заебись, если бы наш раньше пришел. Там хотя бы Самура, там ДПС Самура не хватило. Ну ладно. Ёбки на Самура. Но главное, что мы сильно по XP от этого лис? А на Зиба там, где временем пушат. Вот мразь, блядь. Меня это бесит. Мне тоже. Надо робота сломать. Или Керриган, кто там сломан? Ой, я сломан. Да деритесь, блядь. Это почему мы так слабо деремся-то, я не понимаю. Мы же вроде сильны. Но мы слабее. А, потому что, блядь, настрой их пятеро на миде, я понял. Их не пятеро, их четверо. Ну, четверо. Толик, я к тебе могу прийти. Ой, приходи, жизни заканчиваются, силы покидают. Я сейчас подхилю. Давай убьем его. Давай. Ой, а меня? А где там подхилил? Ой! Подхил. Я понял. Я просто шел к Руслану. А я думал, ты ко мне шел. Подхилил. Тебе шел. Ебать, мы все сдохли везде. Ебать, мы нафидели. Давай я с Мадана. Там вверх, не знаю, пойду я дефну, что ли. Кто там
Ебаторика какая-то. Да у нас, я не знаю, наши тиммейты вообще хоть что-нибудь делают. Мы тут спейсы делаем, да хуя. Конечно, я тебя не подкидывал, так хуёво получилось. Я просто думал, что сейчас Руслан Назипа убьет. Ты хотел, значит, и рыбку съесть. Блядь, я не понимаю, откуда такой ДПС. А, на 50. Ладно, мы сейчас, может быть, что-нибудь Понял. Переделаем. Ладно, до свидания. Что-то они этот пушат жестко. Куда они? Куда они пошли, блин? Да, у этого. У кого? У кого? А, ослепление массовое, да? Это не ага. А тут ник против кого, Сергей? Кроме Керриган. И Керриган и то скиллами бьет, так что ну не да, надо. Согласен, она прекрасна. Я никуда идти, к вам? Давай тут постоим, Сереж. Там только против Керриган и то она редко автоатакой. Не, я согласен, согласен. Он а ты, лучше а вот и Керриган. Хуёво как сдал, пиздец. Пиздец. Блять, как же. У нас ДПСа вообще нет, я не знаю. Я не делаю ДПС вообще. Я что-то сейчас... я всем блядь. Промазал, всем, чем только мог. Меня башня убила, пиздец. И назила. Кайф. И что-то этот кувшин у меня особо не захилил никого. Наверное, тебе стан дали. Ну да, я понимаю. Мне создали стан. Ладно. А Назиба вообще в файтах участвует? Нет, он разжирается. Он как мразь потом выйдет, блядь, а 10 тысяч. А мы точно не сдохнем до этого времени? ХП. Может... Ебать, по бутербродикам! Вон, красиво. Я бегу. Руслан, ко мне беги. Да там ты чё? Там пиздец. Почему Тирель не сдохнет, блядь? Потому что не Саша на Тирейле. Не ходите туда, нет. Ну мы сейчас въебем, на 18% нужно. А, нужно подождаться Самура, окей. А Самура стоит. Ладно, едет. Ждем всех. Ебать, они уже огненные какие-то. Давай, бей Назиба. Ну зачем ты его... Руслан, блядь, ты всего дерьма его вытащил. Блядь, Руслан, зачем ты его вытащил? Там бы он выбежал. Кто-то улетел. Ой, на орбиту. Блядь, там бы он выбежал, и реально выбежал. Выбежал бы, да, из этого болота, блядь, на полкарты. Нахуя ты его вытащил? В итоге мы ни одних не убили, ни других не убили. Ладно, бывает. Насосали так насосали. Он дает круг в троих, блядь, Руслан. Ты его вытаскиваешь. Он в середине круга был, когда я его вытаскивал. Он бы не выходил из этого круга. Да, там в середине круга была W моя. Ты двойную взял, что ли? Нет, я туда просто... Взял. Короче... Я понял. Забей, короче. Я думал... Блядь, ну ты всегда забей, говоришь. Вот что меня бесит, блядь. Пришел поиграть, да забей, блядь. Блядь, Сергей, ты от башни умер, пошел ты нахуй, понял? Да чё вы беситесь-то? Чё началось-то, алё, блядь? Потому что, блядь, проигрываем, а Руслан говорит, забей. Ща, да ещё не проигрываем, сейчас... А, нет, уже проигрываем. Умер или чё? Да у нас... Серёг, Андуина бейте. У нас уровень, разница очень большая. Я вижу, Андуина бейте. А где он, блядь? Ебать, так его хуй догонишь. О! Ой, как что-то они бегают, ничего не поймешь. Я поймал кого-то. Я бью. Я Андуина бью. Вот сука, он, блядь, хитрый, как мразь. Там Назиба благополучно убивает снизу. Вот это... Ну катка потная, что тут скажешь.
Нас и убивают, кем захватим, и пушат. А там мид ломают. А я не успею. Я понял. И мы кемп, естественно, не захватим, потому что все разошлись. Ну да. Ну, да, захватить кем просто 10, даже не 10, 5 секунд потратить, пятером навалиться на него. Эти 5 секунд нихуя не решат. Здесь, по центру. Нас и так снесут этот форт. Мы две крепости потеряли и убили одного. Ну, жесткая катка, ну чё вы начинаете-то? Нас ебут со всех сторон. И у меня вот дамаг по лицам супер какой-то плохой. У меня что-то давно не было такого. Я занят каким-то. Возьми пулемет. Ой. Пошли, что там с Тирейлем? Хорош. Хорошо. На развороте? Да, Керриган. Что-то они все живые. Там же наш Тирейль взорвался. А, ну они живы, потому что 3 уровня раны. Ну да. Ну просто пиздец. Ну да, ну просто их это не убивает. Я в них кастую, я все сдал. Там урона дохуя, я всю ульту отбегал. Просто это не помогает уже. 3 уровня разницы, это, блядь, не шутки. Ну, блядь, на начало очень сложное было. Пацаны, почему я больше всего урона на... Я почти только с 13 уровня могу, ну, когда я взял дальность атаки, дальность сдачи, могу хоть что-то им нанести. До этого меня сгребали. Иду наверх. Есть этот, возможность Руслана говорить? Может, снизу? Я пришел наверх просто. У них давай ивент смотри. Снизу. Ну давай ты... А, да, там уже ивент. Снизу. Возьми пулемет. Я иду. Пошли. Поставим сейчас пулемет, там и будем сражаться. Ой! Назиба меня разъебал. Что-то я не заметил, не прожал. Жажда убийства подвела меня. Ебать. Всю ультусы выйдел. У нас сейчас трон начнет падать, там 3 катапульта ну, подъехало. Страшно. Я тпхнусь. Ну, как бы, мне тпхаться не вариант, потому что... Да он там... Нет, никто не тпхается. Я через 10 секунд треснусь. Давай. Если она жива будет. На мне этот. Чё, я задефаю. Ты сейчас Мура умер, да? Там Азмодан. Откуда столько катапульт, блядь? Меня Азмодан просто выебал. У нас робот. Есть варик снести их нахуй роботом? Нет, его разберут. А, не, они мертвые. Ну, есть варик. Ну, просто он хорошо игроков убивает, но плохо убивает этих. Ему нужно 2 таксиста, блядь. Да. Это самый дамажащий... Руслан, ну ты хп просто теряешь. Ну, подожди, пусть лучше кто-нибудь еще сядет тебе. Это самый дамажащий босс
в игре. Да, да, да. Самый дамажащий, но там нужно два таксиста. Пусть Толик сядет просто. Давайте, разбирайте. Он в принципе 20, 19 уровня. Должен быть сильный. 3 секунды до меня. Ну вот сейчас сломают, сейчас сломает. Сейчас вы просто сломаете его под этим. Под таверн. Под... И вас сейчас сломают в итоге. Русь, ну я далеко, блядь, ну что ты делаешь? Нахуй ты файт начинаешь, если... Блядь, Руслан меня слышит вообще? Да, слышу, Сергей. А нахуй ты это делаешь, если... Нахуй ты начинаешь файт? А что делать-то было? Было? Ну там надо было отойти просто назад. Отойти просто назад и дождаться, пока я приду. Хотя мы бы... Я бы не ушел. В смысле, ты на Зиба. Ты... Да пиздец, нас тут уже зажали, это братан, пиздец. Братан, ты не ушел, ты вот здесь стоял, под крепостью в роботе, ты им управлял, ты мог отойти сюда назад в центр, подождать, пока все придут, не сливать фулл хп роботу. Ты говоришь, что ты не ушел бы, блядь. Что ты несешь? Да все, успокойся, Сергей. Да не надо меня успокаивать, нахуй ты... Слушай, нахуй ты, блядь, делаешь, охуел потом вообще. Ты говоришь, успокойся. Ты охуел, ты посмотри, блядь, нормально. Сколько ой, я делаю. Ой, блядь, разлад в семье. Серег, да, Руслан что-то уже расстроился. Блядь, Сергей. А потом говорит, успокойся. В смысле успокойся? Ты, блядь, почил Ари на этого, блядь. На, лучше на да других героев. На Назиба, блядь, долбоёб рандомный. Ему ничего вон не делает. Вон тот, как а его, ты, Самура, блядь. В игру делаешь, блядь. Да, слышь, давайте уже доиграем и следующий найдем. Может, сейчас получится камбэкнуть, если мы сраться не будем. То если сейчас мы камбэкнем. Разосрёмся, точно не камбэкнем. Смотри, у нас, мы не отрываемся. Пусть он делает по-человечески. Мы то не... то из игры в игру. Какая-то хуйня постоянно, блядь. Сколько раз не играем? Он мурчеля берет, он парашу делает. Ну, в следующий раз дойдет, значит. Бля, Толян, мы 3 года играем, блядь, не доходит. Я не уверен. В следующий раз что-нибудь по-другому придумаем. Пошли драться. Мы здесь на этом... Пошли вот тут драться. Тут я вижу вас. Хорошо. О! Я тоже вижу нас. Блядь, чуть-чуть не хватило. Секунда еще. А, нет. Ну, блядь, у них Андуин, конечно, спасает их сильно. На самом деле, блядь, хуй знает, что с ними делать. Мы их с самого начала не можем с ними ничего. Нам не хватает дамага их разъебать. Они все жирные, и их сейвит Андуин. Андуин сбивается с таном. Ну, они очень жирные все. Я вообще не знаю, ну, что я там наделал за всю игру. Мне оставалось только пушить. 40 тысяч, блядь, на этой, на Джайне по лицам. Ну, такое. А так к ним хуй... Они бегали впятером, блядь, и ебали нас. Как уже заебало то, что они все бегают впятером, блядь, и просто разъем. Надо что-то с этим делать. Нужен какой-то более хитрый пик. Диабло с начала игры гибет? Ну да, там в принципе, почти. Угу. 3-й уровень, по-моему, там где-то. Ну, он как бы не этот, в любой стадии. Ну нормально, что-то не кайф лейтовых героев брать. Ну, в прошлой игре я хочу, не знаю, я да там все, что... Я все, весь проказ сдавал, и им поебать было. Mm-hmm. Там, здесь весь мой проказ был, и еще чужой. Еще не мой был. Самура ульту сдавал, Андуин да все вообще, это убирал. Я в итоге в 2 раза больше всех нанес урона, блин. Ну, если взять, mm-hmm. самый максимальный урон нанесенный по герою. Это мне не нравится. Я танчик. Я до 16 уровня подойти не мог вообще. Меня вскрывали сразу. Под себя скиллы, понял.
Мы как-то, короче, сначала прососались по уровню, а потом они уже нас ебали на разнице. И не Ну, было мне никого, на чем, ну, камбэк сделать. Хороший, чувствую. Ну, мы там что-то попытались сделать, но в итоге вряд ли мы там Ну, не что-то было там вышли. чем зацепить, знаешь, отделить одного. Ну, мной только и мной пожертвовать эта хрень. И то Хрень, да, я один. выцеплял одного прям далеко, и в итоге ничего с ним не могли сделать. Он или уходил, или бежать начинал куда-то. Сюда. Ой. Ебать, вас поймали. Ага, в ту зашли, и там прям какой у них хороший пик. Ой, блин, тяжело будет опять. На топ пойду. Давай. Пофиг, не деремся пока. А я и не дерусь. Авто оттачим. Ой, Сереж, давай ворота защищать. Ебать, мясник жесткий, стежок разъебывает. Да ты заебал, мразь. Так, куда-то пошли. Но он может под ним долго стоять, под этим. Осторожно, у них стежок прям рукастый. Не сюда. Где стежок? Стежок пропал. Руслан, давай тут наверху запустим обе. Давай. Я такой. На центр иду. Тоже на центр иду. Пойдемте маячок заберем. Стежок там тянет. Тянет, потянет, вытянет тут. Гул'дан. Хорошо, давай.
Ебем. Деда, лысого, блядь. Вот тут что будет? Тут кемп? Да. Может, заберем да. кемп? Ребят, вот кемп, вот, вот. Ой, сзади. Сорокотан заходит. Руслан, ты на себя весь с этого берешь. А мне стежок. Да. Не бейте стежка, Стукова, Стукова. Уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим. Стежок, блядь, они тут... со Стуковым, видимо, в конференции. Стука. Блядь, нас сейчас выебут тут. Нас тут выебут, да. Давайте уйдем, это того не стоит. Руслан. Нет, согласен, я ухожу. Руслан, нахуй ты остаешься? Мы уходим, мы не дерем с кемп, мы просто отходим. Я сейвлю, ребят. Не, блядь, ее не сейф, ее не сейф. Человек они сейчас заберут. Без мозгов не сейф, пусть забирают. Сергей, мы уходим, мы не берем кемп, мы не воюем за него. Мы просто блядь, уходим отсюда. В итоге так получается, что мы воюем, ну ладно. Ну, не надо туда возвращаться. Потому что все хотят вернуться, но мы там отсосем 100%. Давайте наш заберем, потому что они сейчас свой заберут. Давайте. А есть силы забирать кемпы? Да, я приду. Это так неудачно все получилось. Да мы там не сдохли, это главное. Потому что если бы мы сдохли, вот это бы неудачно получилось. Мы бы их накормили, мы бы их пол-левела им дали бы. А так все. Я пошел в центр или к загаде. Отдефайте, нет, отдефайте. Ладно. Я отдефаю, я отдефаю. Я дефаю. Руслан, я хуёво дефаю. Не, я просто говорю. Вверх я отдефаю. Чтобы наш прошел больше. Ты можешь, в принципе, убить их в лагере все и уйти оттуда. Ну убить, убить Стукова надо, блядь, мы же... Да, Стуков и Стежок жесткие прям. Мы вот, просто бьем Стежка, надо вот, Руслан, надо сразу же... У них не комба трать, какая-то у этих двух. Пожалуйста, не трать в Стежка, сразу как только Стуков, вот сейчас он вскрылся. Его сразу, вскрылся. Сразу начинать ебать. Ну вот они трое на мне, Руслан, где ты? Раз, хочешь? Два, три. Я зато вверх чуть-чуть пронес. Они вот здесь, ребят. Я иду. Нет, не иду, я на боеголовку. Да Руслан пусть придет, танк наш ебаный. Сейчас приду. Кем он там играет? Да в смысле сейчас, Руслан, тут каждые 5 секунд, блядь, на вес золота. Ой, помогите, спасите. Я захватываю снизу эту боеголовку. Да нахуй она нужна, если их можно троих убить. Ладно, блядь, делай как хочешь, короче, не похуй. Сергей, помоги играй. Тут наверху. Побегай, куда? Ебать. Тут Стуков, блядь, наверху. Ебать, тоже. Тут наверху не Стуков, тут вся хуйня наверху. Вижу, все подошел, наверху. Подошел. Тут подошел, очень подошел. Аккуратно надо. Бей Стукова, Руслан. А мне кого бить? А-а-а! Ларака. Я делаю это. Нет, пол хп нет. Осталось. Отошли, зато боеголовка. А, это назад боеголовка. Я возьму. Давай забирай. Там стежок. Вот. Ладно. Руслан, не смей стежка бей. Ну тут аларак, Руслан, ну не бей стежка, блин. Я его в соло разминаю, блядь, пока наш танк. Ебать. Уйдет, пусть лучше уйдет. А вот этого! Бутерброд! Бутерброд пошел! Уходим. Фух. Вот тут кто-то был. Ой, блядь. Нахуя она боеголовку сдала? Чтоб не, чтоб если ее... Пиздец, она конченая. Она конченая, она, да. Она, ты даже, не, Сергей, на нее не смотри никогда. Это хуже. Это заражает дебилизмом. Блять, она уйдет? А мы ей поможем сейчас. Давай, Диабло, кошечка. Убейте, хорош. Уходите. Убейте, уходите. Сейчас у него пройдет и уйдем. Все, уходим. Не дерись, пусть трейсеры продаем. Сука, говоришь ему не дерись, блядь. Он не слышит. Не, он спас трейсера зато. Да. Как сказать, он пошел под пушки зачем-то, там ее вроде не было. Нет, она тут в стежке была, дурак.
Так, босса не будем а брать, может, кемп? Давайте кемп наш заберем. А пойдемте к ним на кемп. Они сейчас пойдут туда, им делать больше нехуй. Ну давай. Пойдем, давай, Руслан, помоги нам, пожалуйста. Я этот, слышишь, мне нужна мана восстановить тогда, если к ним идти. Ну тогда я мы возвращаюсь идем тогда. Не туда, потому что ну, да. Это уже дохуя времени прошло. У меня маны очень мало, нет. Я не тогда могу... Тогда никуда не идем, блядь, все, раскоримся по лайну. Все, сейчас еще пойдем, пошли теперь. Либо мы сразу идем, либо мы... Пошли, они вроде бы там не заняты. Вот тут. Они втроем тут, четвером, блядь, нахуй. Вот они тут. Иду. Один там. Я иду. Давай. Не выходи. Не выхожу, меня разъебут. О. Ой, фух, ну зато кемп спиздили, а теперь уебывайте оттуда. Уебывайте, не деритесь. Они втроем идут, Руслан, уходи. Пизду. Там их трое, слишком много. Не убивайте, не гонитесь. Пусть уходят. Ой. Всем пизда, походу. О! Да, хорош! Все, я ухожу нахуй. Охуенно. Не зря сходили. О, не зря сходил! Это герой, который ебет очки, понимаешь? А Загара очки ебет там? Кто на очках? Загара очки драет. Наши очки дерет, пиздец. Я вот здесь пришел, ребят, жду вас. Тут много, Руслан. Где много? Мы под, забираем на кемп с трейсером. Трейсер сейчас кемп заберем, и я иду к вам. Тут их пятеро, они все тут, блядь. Я иду центр. Ах ты ж тварь такая. Назиба. Так. Сейчас, секунду. Там конфетами что нет. Бауки, за что меня, блядь? А я играю. Давайте гола дан. Так, я на месте. Гул дана. О, все живы, кроме Вулдана, неплохо. Почему у нас разница такая большая? Меня ебут. Ебать, меня все равно выебали. Блять, минус два. Ну, вы по идее должны добить. Всех сейчас. Ну что, отходите. Да, там ульта уже пошла. Руслан, я ушел. Ок. Нужно какое-то усиление брони, блядь. Пошли это. Пошли. Босса или чё? Да нет, кемп просто. Смотрите, следующий кемп, вот этот кемп, через 40 секунд вот это резко. У меня мало маны. Босса не вижу смысла брать. Руслан, иди на лестницу через 30 секунд, иди на базу. А мы тут не убьем этого? А убьете Аларака. Аларака. Давай убьем Аларака. Маларака. Блин, а ты его не заставил. Уходи. Забей. Руслан, ты на базу сходил, 18 секунд. Вон, я бегу на мид трейсер спасать. А я куда бегу? И на тоже на мид. Ребят, давайте. Я бегу. А где трейсер? Я не знаю где. А ты? Я живу. Вроде бы пытаюсь жить. Нет. А, нет, живешь. Живу. Все плохо назад. Ну, ульты нету.
Есть? Не успел чуть-чуть. Ну, Руся ульту слил просто на дом. Блин, зато смыли эту штуку. Сломали стену, да, блядь, вообще. А пойдемте кемп заберем. Вот этот. Давай. Вот это хорошая идея. Там 6 секунд дал рак. Они главное быстро это все делать, чтобы они не успели сообразить. В этом-то и смысл, что быстро-быстро все делаете. Можно босса захватить потом. Нет, босса не надо. Они я сейчас думал, отбивать лучше же будут. Ну тогда пошли босса. Пошли босса, Руслан. Верхнего или нижнего? Пизда. Нижнего. Блять, пошли босса, Руслан. Пизда. А зачем ты ворвался? Ладно, все, похуй, я его продаю. Ну, потому что Руслан такой парень шальной. Ему говорят, пошли на босса, а он говорит, пизда. Он просто стоял, понял, ты сказал, он стоит, блядь, секунд 10, пока его не сожрали. А потом пизда. Да я видел, что он зачем-то ворвался все-таки. Ну не знаю, может, надо было и мне тогда идти. Не-не-не, Толян, там не надо, там бы минус 2, просто ты. Да, они идут на босса, нам дефа сейчас надо будет. Ты не резаешься 6 секунд, так как он. А, вот оно что. Давай, Аларак! Ой, ой, Сереж, ты только оживи, пожалуйста. 8 секунд до Кипериона. 5. Хорошо. Там стежка надо сервировать. Не бросайте меня. Жирного, жирного еби. А где он делся? Он исчез, да. Ну, блядь. Испарился. А там Руслан испаряется. Да, чуть-чуть не испарился. Я жирного ебу. Назиба ебу. А я? Ты... О! Я иду, пойдемте, мне нужно бомбу скинуть. Пошли на босса, пошли. Мне на босса. Бомбу нужно. Нет. На них скинуть. Кем? Подожди, стой, Толь, давай сначала кем, а потом бомбу, пожалуйста. Сначала кем, потом ну, бомбу. Ну, я не уверен. Если нас примут на кемпе, то они еще и две да бомбы. Да какой на кемпе? Их минус 2, Толь. А, сорян. 20-17. У меня пунктик был какой-то. Какой пунктик? Сдать бомбу. Ну бомбу ты сдашь, когда мы с кем-то с мобами подойдем и вместе ебанем. Уже сдали. Все сразу, чтобы. А что, теперь вообще... босса, да? Или подраться? Ну можно надо? Босса, а ты бомбу слил, да, уже? Ну да. Ну ты хотел, чтобы я его на босса слил? Я хотел, чтобы мы, знаешь, вложили, так сказать, в кулак. Импакт? В кулак все сжали, все в кулак и сделали, они вот такая хуйня. Сначала бомба, потом кемп, потом, блядь, босс. Ну, кемп, есть в этом, есть в этом ризонинге. Угу, только, блядь, сделать бы так еще хоть раз. Да сделаем. Давай я потанчу. Я что-то Руслана не достаю хилом. Пошли на верхний босса. Пусть дефают. Я думаю, просто можно пройти смотри, тут в принципе нету ну, трона. Ну, в принципе, ой. Да. Нету нихуя, я могу сейчас соло подойти. Пошли. Сейчас пойдем в трунты. Опа, а ты куда пошел? Сергей, пизда. Сергей, ты куда пошел? Пушку бей. Ты не туда пошел. Лол. Я просто видел, что они все... Солдат, сверху. Ты не туда воюешь. Я видел, что они все сверху были. Я пришел, знаешь, как этот, хотел на бэкдоре сломать этим казарму. Руслан, уходим оттуда. Уходи оттуда. Блядь, ты не точно? Там. Надо было босса брать. Ну, если бы и я мы не, все еще не можем. Убил, мы бы сейчас все вместе пошли с боссом. А получается, что я его сдох. И как-то уже идти не особо весело. Тогда сюда. Там Загара тоже я пошел на наш кемп заберу. А, не, я пойду Руслану помогу. Надо сейчас собраться все вместе. Вот два кемпа сейчас будет сверху. Сейчас мы нафидим все по очереди, да? Я резаю, иду к вам. Блин, босс. У нас было три. Ну босса мы вы втроем не.
Нет, ну, Руслан, ладно, мы его будем пошли, так пошли, долго пошли, бить. Пошли, 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 убьем, пошли, убьем. Да, они успеют прийти, смотрите, вот они уже зачистили. У них все пушится, у них все пушится, у них низ пушится, центр пушится. Руслан, мы тут проиграем. Ну, я подхиливаю, я под ультой. Сто жизней осталось, Сереж. Я на фонтан пошел. Ну норм, мы троих убили. Давай. Надо сейчас с боссом продолжать просто только. Зачем на фонтан? Мы им как бы. Зачем на фонтан? У него 100 хп. Собрали босса, но я отхиливаю, я вообще-то хилер в этой пати. Так меня буби. Меня чуть. Да я, у меня фул отхил, у меня еще туман есть. Я, кстати, его не прожал. Угу. Поэтому у меня было 100 хп. Я бы его поражал сейчас. Бей Гул'дана. Не могу. Да трон бей, слушаешь его, блядь, Гул'дана. Есть такое. Да Гул'дан бил по боссу, понимаешь? Да какая разница? Если начинаешь бить Гул'дана, Гул'дан отступает, и босс спокойно бьет турнир. Ой, лоу. Все, встань, Сергей. Все, ребят. Там. Всем я спасибо. Всем спасибо, все свободны. Пока. Что, он вышел? Да, в смысле, всем спасибо. А что, это все, да? Не, я все, я пойду. Сергей что-то пригорело. Серега, мразь. 10 минут. Не надо так. Ой, ладно, Руслан. Да. Давай. Всем спасибо.